У Рагачове пропал подлеток. Дмитрий Алаев 2004 года нараджения у сераду 13 сакавика после 15 годин вышел со школы, и до теперешнего часу его местознаходжение невядомое. На выгляд ему 15 годов, рост 155-160 сантиметров, хударлявого телоскладу, волосы русые средней должины, очи блакитные. Был опранутый увязанную черную шапку с надписом и эмблемой белого колеру Honda. Куртку черного колеру с капюшоном, светло-шерые спортивные штаны, кроссовки белого колеру с шерыми уставками. Особливые прикметы – отсутничая фаланга на великим пальце правой руки. При себе имел рюкзак червоного колеру. Громадян, которые володают информацией об местознаходжении подлетка, просят вернуться у правоохранительные органы по номерах телефонов, которые вы зараз бачите на своих экранах.